Известная актриса Екатерина Климова решила организовать акцию на известном сайте объявлений. Она устроила распродажу собственных вещей. В их число вошла одежда как самой артистки, так и ее детей. Помимо этого она реализовала аксессуары, книгу и комнатные растения. Всева знаменитость планирует пристроить 14 товаров. Более того, у Климовой есть уникальный шанс рассказать о каждой вещи в видеообращении. Она описывает достоинства предметов гардероба, чтобы у покупателей появилось непреодолимое желание стать их обладателями. Одним из товаров стало красное приталенное платье в клетку. Она рассказала о том, что это уникальная вещь, которая подойдет любой девушке. Екатерина устроила распродажу для того, чтобы помочь нуждающимся малышам. Все вырученные средства перейдут подопечным в благотворительный фонд «Дети наши». Каждый день Климова расстается с одной из вещей. Пока на сайте размещено всего 10 товаров, 7 из которых уже нашли своих хозяев. Среди них были детские сланцы и костюмы. Екатерина призналась, что покупала их для младшей дочери Беллы, однако девочка выросла, так ни разу не примерив обновки. «Мы родились осенью и носили более теплую одежду, так что, возможно, они пригодятся вам. Носите на здоровье», — объяснила Екатерина. К этой акции присоединился и актер Алексей Чадов. В отличие от коллеги, он продает исключительно свои вещи, с которыми у него связаны какие-то истории. Мужчина мечтает помочь нуждающимся детям, а также дать возможность поклонникам стать обладателями его предметов гардероба и аксессуаров.